Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Battle Legion. Заберем свои награды. Так, опыт плюс спины. Немножко золотишко. И у нас сундук. Так, изумруд. Золото. Так, осколки на наших копейщиков. Ай, ловушка заморозка. И стена. Самый худший, ребята, приз, который мне выпадал за последнее время. Так, значит, что у нас есть? Мы, ребята, прокачаем сейчас отрядик. Отлично, на 7-й уровень. Это молотометатели. В принципе, неплохие ребята. Так, что у нас здесь? Я награду получу или нет? Босс повержен. Да, друзья мои, вот он сундук. Надеюсь, он меня порадует. Ага, синие осколки. Так, красные. Зеленые. Почти 2000 голды. Так, рейдовый эликсир. Каждую секунду восстанавливает всем дружественным отрядам 2% от максимального здоровья. И щит феникса. Это новый артефакт, ребята. Урон от ожога теперь увеличен на 2,5% от максимального здоровья за интервал воздействия и длится на 20% дольше. Так, ну, во-первых, друзья мои, я хочу пропать свой вот этот вот артефакт. Ведь я могу же его? Да, я могу. Или не могу? Когда ваш отряд находится на своей зоне, так, половина получает на... так мало. Но я все равно новый уровень. Блин, это ж сколько нужно, ребята, чтобы получить левел? Тут еще, оказывается, вражеский отряд на своей половине поля получает на 1, от 1 до 5% больше урона в дальнем бою. То есть это когда ты получаешь уровень, у тебя открывается, да, на 3 уровне открывается еще. А на 12 ранге, естественно, на 12 ранге флага, я так понимаю, открывается еще один слот. Как-то вот так вот, друзья мои. Можно, в принципе, прокачивать все, на что тебе хватает. Можно менять. Урон от ожога теперь увеличен на 2,5% от максимального урона. От ожога. А кто у меня занимается поджогами? Да никто. Никто, друзья мои, у меня не... А рейд до следующего кланового рейда 20 часов. Так, что у нас здесь? Бесплатная повозка, естественно, надо обязательно открыть. Не надо только стены давать. Ну, ладно, пускай бомбот. Все, что ли? Бомбот один? Эй! Блин, один бомбот. И хотел я, знаешь, что сделать? Ребята, у нас с тобой почти 2000 изумруда. Давай попробуем что-нибудь выудить. Так, в прошлый раз я открывал вот этот пак. Мне достался, ребята, вот такой скин. Довольно неплохой. Теперь я хочу открыть вот этот. Поехали. Так, это у нас скин лесные нимфы. Так, хищник Йетти и поле боя эльф. Мифическое, ребята, поле боя нам доступно теперь. А ну-ка, подожди, где же у нас там менять-то уже? Я уже забыл, в армии, по-моему, да? Ну-ка, как это выглядит? О, хочу подраться именно на этой территории. Так, и, по-моему, по замену скинов на моих... Так, здесь вообще ничего нету. Ни рыбаков, никого. У лучников... Ну-ка посмотрим, у лучников есть какой-нибудь скин? Есть, вот. Багровые. Красные. Хоть как-то, ребята, их отличить можно будет теперь. Так, что у нас еще есть? На дедулю на этого есть скин? Белый медведь. Ну, допустим, пускай будет белый медведь. Такой вот скин. Так, лучников этих мы не будем с тобой. Так, подожди, я же... Подожди-ка, я прокачал или нет? Я прокачал. Очень много мне дали вот этих вот священных рыцарей. То есть их можно... Не надо мне этого. И вот я сижу и думаю, может быть, этих прокачать мне? Хотя я ими не особо пользуюсь, этими клинками. Или песиков прокачать, например. Песиками тоже в последнее время, ребята, не пользуюсь, потому что, ну, как-то нет надобности в этом деле. Давай-ка мы, наверное, все-таки... Так, голем... Нет, голем прокачаться не может. Давай-ка, наверное, все-таки... Эти лучницы, блин.
105 к атаке. 105 к атаке, плюс еще, ребята, увеличивает силу так на 10%. Вот дилемма, да? Эти у нас тоже могут прокачаться. Но они такие слабые, ребята, вот серьезно тебе говорю. Ладно, давай пока оставим, ничего не будем тратить. Посмотрим, что у нас вообще здесь получится. Ну что, ролим, погнали. Так, и сразу сундук. За рекламу, надеюсь? Бесплатно? О, даже без рекламы, ребят. Такой вот бонус, неплохо, я тебе скажу. Твою налево, у него повозка. Тут, наверное, ребята. Ну да. Хреновенько начали. Повозка у него. Да что ж такие у тебя сильные-то эти. Как их звать-то? Скажи, я скажу. Ну ты понял, да? Богатыри. Так, а он защиту поставил. Я просто ее не вижу, она, видишь, там бледная такая. Слушай, ну походу все, ребят, мы и запинали здесь. Замечательно. Слушай, у нас очень много бонусов. Мы, наверное, с собой все-таки возьмем 200 изумрудов. Плюс еще 10. Только на одних бонусах мы с тобой здесь выкрутимся. Да. И сможем спокойненько открыть сундучки. А, у него этот, ребята, голодранец. Ну, если мы его, конечно, уничтожим. Есть, подбили мы его. То есть молниями он уже не пошуршит. Давай, 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 родные мои, бомбим, бомбим их. Блин, ну тут у него алхимики, я смотрю, две штуки, да? Ну, естественно, этот, с аурой. Мне бы прокачать, конечно, моего, вот этот, который ауру дает, он слишком слабенький. Он не вытягивает очень много атак из катапульта, если бомбить. Он всего лишь 3 выстрела выдерживает. Ну, то есть это все связано с тем, что он не прокачан. Если бы его прокачать, вообще круто. Он бы тогда бы держал бы, конечно, бы этот щит очень долго. Кстати, кто там не писал в комментариях? Там Алла писала мне в комментариях, чтобы я освободил место. Ребят, я освободил место в клане, так что если есть желание, заходите. И еще раз повторяю, больше 5 дней, если кто-то не будет в игре, больше 5 дней. Не обижайтесь, ребята, удаляю сразу же. Так, Элибрим. А, у него опять тележка. Блин, сейчас сзади, ребята. А, она замедлилась. Блин, она замедлилась. Она замедлилась. Чё? И опять, опять у него эти супостаты. Вот, все, ребят, тут кранты, потому что лучники сейчас мои попадут под раздачу. Мы уничтожили, конечно. Но, не знаю, ребят, давай смотреть. Слушай, ну здесь победа тогда уже получается. Не зря я эту повозку, конечно, не беру, ребята, рандомно все-таки эта повозка делается. То есть она может тебе нормальных бойцов выкинуть с определенным уровнем, а может выкинуть фуфло. И как ты видишь, я пока ничего не меняю. Меня устраивает вполне вот эта моя комбинация. Опа, давай за рекламу. Угу. 225 копейщиков. 17500 золота. Ребят, этого золота хватило бы с лихвой прокачать всех моих. Ох, ё. Ну тут, ребят, я умываю руки. Тут чего только стоят одни эти. Ой, тут, ребята, трэш. Смотри, смотри, что происходит. Меня просто смяли. И я тебе больше скажу, что этот парень 100% донатил, потому что такую армию создать без доната, это знаешь, сколько голды нужно, чтобы прокачать на 8 уровень свой отряд? Очень много. Так, давай, давай, лучи бьем по этому. Как его звать-то? Все время забываю, ребят. Как его звать? Богатырь! Конечно же, ребят, богатырь, блин. А где у меня? У меня что, подбили моего этого? О, друзья мои, это плохо. Как меня бесит вот эти вот пауки, еще раздражают. Мои травятся потихоньку, да, там получается. Их отравляют. Так, ну мы тоже уже начали их травить. Но, скорее всего, нам тут, ребят, кранты. Плюс еще скорость, как ты видишь, повысилась. Н-н-н, не вырули. У него, наверное, слишком прокачанные алхимики. Потому что мы урон именно от отравления получаем в 2 раза больше, чем он. От моих. Да чтоб тебя, блин, да ты посмотри, а. Орда зомби. Плюс куча лучников. Опять же тут зомби. Почему так быстро разбирается у меня голем?
Естественно, он опять же прикрытый. И смотри, он всех моих уже ушатал. Плюс вон там он стрелок стоит. И специально, ребята, они их ставят сбоку. Знаешь, как у меня сейчас мыслишка? А, у меня он стоит. Кстати, башни, когда ребята замораживаются, да, они не наносят урон. Ну, это я так тебе, чтоб ты знал. Да ё-моё, ну, пока мы там дойдем. Есть. Фух. Найс, повезло нам. Обожаю, когда вот по 70 опыта получаем. Мы заработали с тобой еще сундук. Нет, не заработали. Ну, скоро заработаем. Двигаемся дальше. Так, здесь-то что у него? Два отряда зомби, да? Голем в самом хвосте у него практически. На своей территории, не забывай, у нас идет бонус. Поэтому нам выгоднее драться именно на нашей территории. Давай, давай, давай. Блин, щит упал. Щит упал. А где этот? Почему он так быстро уничтожает? Объясните мне, пожалуйста, а? Моего вот этого как раз, который щит мне дает. По-моему, это вот этот вот пройдоха, ребята, уничтожает. Да. Он, видишь, он пробивает стрелой полностью ряд. И всегда его берут одного. На постоянку. Но и мне ничего не хочется менять. Может быть, вот так вот сделать. Поближе чуть-чуть. В прокачке никто не нуждается. Пока. Ладно, едем дальше. Опять повозка, а? Выбежали. Так, вон там опять этот богатырь. И все, ребята, от моей армии уже ничего не осталось. Просто ее смели с лица земли. Так, знаешь, что я думаю? Может быть, нам... Нет, заморозку убирать как бы неохота. Можно убрать одного лучника, например, да, и поставить вместо него, ну, попробовать. Влепить... Вот этих вот. Вот этих и, например... Где этот стрелок-то? Где этот стрелок? Покажи мне. Этого не могу прокачать, потому что не хватает одной карточки. Вот, вот этого вот. Просто, к примеру, да? Он стоит сколько? Одну и там одну. Если мы, например, уберем с тобой одну башню и поставим вот так вот лучника сюда. А здесь, например, уберем один отряд. Ну, допустим, вот этот. И поставим вот так. Просто, ребята, это пробный вариант. Хочу проверить. Ой, ёлки-палки. Смотри, у него сколько там этих. Чё-то тут, друзья мои, по-моему. По-моему, все очень плохо. Бесит меня вот это еще паутина. Паук этот. И вот этот вот голем, он намного сильнее. Вот этот вот железный. Намного сильнее, чем обычный наш голем. Вот этот вот. Ну что, мой лучник там, он еле-еле стреляет. 3 сотни лет пройдет, пока он там кого-то убьет. Ну. Давай-давай, бомби. Так, победили. Пока вроде бы все получается. Так, получили с тобой еще один сундук. Едем дальше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, тут, конечно, тут все, ребят, тут сметает. Он, это я знаю тактику. Берет собак, отправляет, ребята, и резает их. Резает именно в виде нежити, мертвецов. Смотри, смотри, смотри. Тут у него еще и эти святые. Как-то странно он взял нежить и святых. Все, меня тут распластали. Опять же, за счет скелетов. Видишь, наплодил скелетов армию. И они меня, естественно, тут снесли просто с лица земли. Ну, тут отряд... А, опять этот голодранец.
Опять этот голодранец, друзья мои. Раздражает он меня, если честно. Так, ну лучник, как ты видишь, очень даже легко с ним справился. Снес его. Никакого электричества теперь не будет. Так, ну слушай, поэтому я теперь понимаю, почему ребята этого чувачка берут с собой. В принципе, он неплох. Он пробивает, оказывается, вот этот щит. Так, у него тоже есть лучник, вон он стоит. Так, сейчас посмотрим, кто кого здесь ушатает. Мы. Замечательно. Просто великолепно. Так, подожди, а где у нас тут можно посмотреть клан? Что тут показывает? То есть я могу эту... О, я могу еще ее прокачать. А сколько стоит следующая прокачка? 1750. До 7 уровня. Слушай, ну как вариант, можно было бы ее прокачать. Кстати, у нас новый скин тут есть, да? Ага, вот они, лесные нимфы. Ты, кстати, заметил, как их очень быстро уничтожают? Вот они идут в бой. Вот это, ребята, повелительница смерти. Ее, естественно, лучше отправлять с отрядом псов. Псы умирают, а она, ты видел, да? Псов очень много, она в этот момент их воскрешает. И то есть из этих горы трупов появляются горы псов. Так. Блин. Тут что-то... Слушай, я не знаю, тут пока не могу ничего сказать тебе толком. Все зависит от этой лучницы. Если она сейчас убьет алхимиков как можно быстрее, как можно больше, то, возможно, мы здесь справимся. Слушай, по-моему, здесь победа за нами. Мы их продавили. Да. Отлично. Так, плюс еще 70 опыта. Итого у нас 656. Совсем немножко остается. Гемы, да, гемы я буду, наверное, сливать на открытие сундуков. Два сундука открою, может быть, там что полезного нам и выпадет. Ну, естественно, самый главный ресурс для меня здесь — это карточки и деньги. Так, богатыря валите, пожалуйста, вот этого. Он очень-очень жирный, видно сразу, ребята, прокачал он этого богатыря. Так, а теперь нужно пробить вот ему здесь вот защиту. Если купол падет, естественно, мы, ребята, их распластаем здесь всех. Почему эта девчуля именно может пробивать? Никто не может пробить щит, а она может. И это на самом деле очень круто. Да. У меня как-то совсем даже пошел немножко по-другому игра. Пошла в другое русло, как я поставил вот эту лучницу. Я раньше ей пренебрегал, на самом деле. Так, подожди, а где мой клан? Клан вот. Сейчас, ребят, посмотрим. Так, босс повержен. Hello, привет. Так, покидает, покидает. Подожди-ка, а где? А, клане. Ну, я по очкам больше всех пол... Нет, не всех. Тут, конечно, ребятушки дают. Лучшие игроки, лучшие рейд кланы. Тут германские тут все. Ну, представь, германские кланы, ребята. 100% они донатят и... Донат 100% не такой, как у нас. Вот эта штука, кстати, ребята. Вот этот бот, он бежит и ресает. Мало того, что ресает мертвых, он еще и отхиливает. Он там застрял куда-то. Убежал. Убежал, короче. Что-то тут... А что произошло-то? Ребята, меня разнесли клинки здесь. Меня здесь клинки уничтожили. Я думаю, что так бы мало у меня осталось воинов-то. Так, здесь песики. Блин, песики сейчас... Лучницу мою уничтожили. И опять же, где мои лучники все? Я не понял, кто их снес, блин? Так, я не понимаю, ребят, как тут это все происходит. За 3 секунды все снесли мне здесь. Понимаешь? Абсолютно все. Ну, допустим. Сфейлимся. Так, ну что, друзья мои, сделал небольшой перерывчик я, и мы продолжаем.
Так, опять тележка. Чтоб эту тележку, блин. Ой-ой-ой, как не в тему, блин. Как же меня бесит, вот этот богатырь. Вот серьезно говорю, он меня просто раздражает, прям нет слов. Так, ага, башню мою уже снесли. Ладно, давай посмотрим, что у нас здесь получится. Так, у него целый еще голем. Так, а моего стрелка уже снесли, да? Все, я понял. Значит, ребята, заведомо мы здесь уже с вами проиграли, потому что ты видишь, тут лучнички стоят. Тем более, скорость атаки уже повысилась. Да, здесь мы сфейлились. Опять же, из-за этой вшивой тележки. Кстати, я заметил, что тележку именно отправляет понизу. Может быть, нам лучника поставить все-таки наверх сюда? Ну, тоже двоякая такая, ребята, дилемма получится. Слушай, вы запарили. Вот смотри, они как специально, друзья. Блин, взял тележку, мне разнес, а? Еще и псы тут. Жесть. Все, ребят, сразу же проиграли. Да. Вообще без вариантов. Если сейчас опять будет телега, друзья мои, то я скажу тебе следующее, что... А, нет, смотри-ка. Не было никакой тележки. Блин, да кто там у них, я не могу понять. А, это опять это... Как ее там? Жрица смерти, да? Которая скелетов восстанавливает. Или нет? Да, это она, ребят. Это она. Что-то не заходит как-то у нас игра сейчас. Сделал, называется, перерывчик. Отошел в магазин, да? Вернулся и уже все. Совсем, ребят, по-другому. А это кто такие? Что это за хламоны? Это обычные рыцари, по-моему, да? Ну, естественно, усиленные. Так, нам нужно здесь подбить вот эту вот охламонку. Давай, лучник, отлично. Один остался. Прекрасно. Просто я хочу заработать вот эти вот 200 гемов. На них, как говорится, мы можем немножечко разгуляться. Так, 1200, да, у нас с тобой? 1200. На прокачку у меня вот этот вот, в принципе, готов. Но нужно 1750. Я думаю, что есть смысл прокачивать ее, наверное, до 7 уровня. В принципе, она зарешала вот в последней сейчас катке. Так, опять. И этот еще пройдоха бежит, смотри. Да чтоб тебя, а. Да-да-да-да-да. Так, а у него еще, смотри, вот этот рыцарь, который, ребята, отталкивает. И плюс паутина активировалась. Блин, горелый. Вот этого нужно валить, ребята, вот в одну из первых очередь вот этого, потому что он очень много наносит дамага. Именно своим электричеством вот этим вот, видишь, да? У меня просто тут плавятся бойцы. Лучника уже, как видишь, электричеством уничтожили. И все. Никого не осталось. Этот сейчас... Да надо же, башня зарулила, друзья мои. Ну что же, тут нам повезло. Ну а вот и награда. 10 брюликов и 200. Ну что, давай я, наверное, открою. Посмотрим, что нам здесь выпадет. Так, понятно, это изумруд. 211 голды. Темная лучница и паучки. Давай сразу следующий тогда мы с тобой вскроем. Посмотрим. Ну, понятно, изумруд. Так, деньги. Лучники. Жалко, не прокачиваются. Да морозная ловушка, ты меня бесишь. Че тут лезешь постоянно, а? Вот скажи мне на милость. Постоянно она ко мне лезет. Так, изумруд. Деньги. Блин, это бомба. И... Повелительница смерти. Так, друзья мои, я могу прокачать темную лучницу. И я, пожалуй, так и сделаю. Хотя, стоп. А, это четвертого. Ну, понятно, я могу. Стопэ. Могу прокачать лучников своих до 5 уровня. Но я думаю, не стоит. Лучше здесь все-таки сделать, да? 135. Но это будет. В данный момент у нее 120 атаки и 207 хп. Это, я так понимаю, скорость, да? Или что это? Вот это вот что? Вот это вот скорость, 3-5 секунды. А вот это вот что? Странно. Ладно, друзья мои. Как ты понимаешь, нам... Ну, давай еще разочек сыграем. Давай, последним. Ой, ё-моё. Да-да-да-да-да. Они мне сразу снесли башню. А, нет, вон башня стоит, ребята. Башня кумекает, пока ее обороняет. Пытаются защитить. Но смотри, сколько там, ребята, врагов.
Этот-то что у меня стоит, спит, ё-моё. Давай замораживай, господи, стоит там, лыбится. Слушай, но здесь, судя по всему, победа уже за нами. Так, если мы вот этого сейчас еще с тобой нахлобучим. А мы его нахлобучим. Потому что нас уже не пробить здесь. Есть, друзья мои, контакт. Слушай, ты посмотри, какая будет дальше награда. Великолепнейшая, я тебе скажу. 4220 голды плюс 60 карточек на наших персонажей. Это соблазнительно, ребят. Прям слюньки потекли. Но этим мы с тобой займемся уже в следующей серии. Так, а мне нужно, ребята, дождаться. Через 18 часов 35 минут будет у нас доступно первое сражение на события. Так, и также до следующего кланового рейда. Так что, ребята, подожди секунду, мы же хотели посмотреть насчет клана, есть ли у меня места, или опять все забито. Участники 20 из 20. Давай посмотрим, кто у нас отсутствовал. 4 дня. Так, этот парень уже в критической зоне. Джабонга Тану. То есть еще один день, ребята, и мы его выгоняем из клана, да, получается. Остальные все активны. Ну вот еще Ясен, 3 дня тут не был. Ага, вот, Гринис тоже, ребята, 4 дня. То есть 3 кандидата уже, в принципе, готовы. Так что следите, как говорится, за местом в клане. Если будет возможность, сразу же вступайте. Ну, а на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.